Приветствую всех на канале Бажениты, Омская область. С вами я, ведущий Влад. Сегодня утро, где-то около 8 часов. Сегодня сложный ответственный день у меня. Какой? Объясняю. Сегодня у нас в селе проводится техосмотр. Техосмотр техники. Сегодня, значит, по планам должен приехать инспектор гостехнадзора и провести ежегодный технический осмотр техники, которая сельхозтехника, которая работает в поле. Я сейчас буду заводить свою технику, выгонять в центр села, там отведенная специальная площадка, где проводится техосмотр, и показывать буду. Повозиться, но ничего, повелся, зиму стоял. На техосмотре я поехал на тракторе ZTM-60. Этот трактор у меня используется, ну, месяца два, наверное, в год. Постоянно он у меня прицеплен с прессом, он сзади вот зацеплен, я его сейчас остановимся, выйду, покажу. Отцеплять его долго. Поэтому я не стал цеплять и поехал сразу на нем. Техосмотр. Я один пока. Летом дети приедут, будут помогать. А пока что на техосмотр приходится ездить одному. Посмотрим, как заведется. Газку надо поддать. ЗЛТЗ у меня зацеплена телега. ПТС-4. Сразу еду с телегой. Там оно тоже осмотрел, потому что лучше пройти техосмотр, чем потом бегать и бояться. Ездить или не ездить, трястись. Еще мне нужно отогнать вот эту рабочую лошадку, которая используется. Ну, не каждый день, через день, через два завожу точно. Постоянно работает. Да что ты, сука, а? Приехал у нас инспектор гостехнадзора Барабанов Виктор Николаевич. И, в общем, напрягает как меня, так и всех остальных. Всех остальных он уже проверил, остался я. У меня водительская, техпаспорта, страховки требуют. Короче, страшно придирчивый мужик, ужас. У него так просто это все не пройдет. Ничего не знаю, я отвечаю только за себя. Вот мое водительское удостоверение, техпаспорта. Готовился неделю, красил, мазил, мазал все эти. Так, вам тоже, товарищ, в июле у вас удостоверение заканчивается, срок действия удостоверения. Вам нужно пройти медицинскую комиссию и прийти до 23 июля заменить удостоверение тракториста машиниста. Хорошо, что напомнили, спасибо. Вот, смотрите. Да. Медкомиссия у меня, это, шиберская комиссия. Одинаково. Только пойдет, да? Отметка на трактор, будет управление тракторами, самоходными. У меня 4 единицы, 3 трактора и прицеп. На одном тракторе, что работает, там пресс зацеплен. Я использую его только 2 месяца в году.
проверить. Там это, он импортный, у него электрооборудования нету. Он только с электричества включается. Фонари нету, но есть там эти габаритные огни, все, габаритные. Все, все проверить. Так, ЗТР клетки. А мне, чтобы завести его, нужно те трактора убрать. С какого насчета? Ну, с любого. Ну давай. Не, вот не, я не могу дернуть его, потому что трактор близко стоит. Народу было много, а вот спускача. Вот этот трактор ЮМЗ, он ловится спускача. Чтобы мне его дернуть, мне же те трактора убрать. Короче, сейчас замучает. Я в прошлом году их ставил на учет. Ой, слушай, не досмотрел дорогу. Сделаю, я ее завел. Здесь грязно. Как грязно? Налипший, вот, видишь, мазут. Сейчас вытрем. Сейчас. Нужно все помыть было до техосмотра. И всегда чистить должен. Да. Так, аптечка чуть-чуть. Все у меня там спереди. Аптечки. Ага. Я прошлый год рулевое делал, втулки менял, все менял. Рычаг болтается на цепи. Сейчас посмотрим. Вы покажите, в каком месте. Я же не механизатор, я могу... Вот он рычаг в холостую ходит, он здесь дергается. То есть он не затянут. А, вот это может быть, да. Я лето работал. Смотри. Понял. Поэтому у тебя увеличенный люк руля. Так, залезай. Так, свет говорит. Ага. Так, повороты. Так. Так, дворники. Дворники. Есть сигнал. Наверху. Трактор стоит на ручном тормозе. Ну вот я сейчас ручник могу нажать и отпустить. Так, отгоняй трактор и тормозни. Ага. Тот легче завести, а этот я тыркать его долго буду. Так, аптечка ничуть не имеется. Да. Я хотел проверить, да? Сейчас. Датчик. Угу. Передачи не спускал. Сейчас. Передачу включи. Так. Теперь на старте. Сейчас. Все, вижу. Работает.
Не глуши, не глуши. Николаевич, я же не механизатор, я пользователь, я... Увеличенный... люк, да, смотри, здесь был... А, ну-ну... Вот я здесь сейчас возвращаюсь, смотри, это надо сравнить. Заменить надо люк. Смотри туда. Ага. Видишь? Видишь, как... Понял, понял, понял. А, это подтянуть надо, я понял. Это... Понял, подтянуть надо. Да. Я это, на, там аккумулятор стоит, и свет можно это, заглушить, это, аккумулятор опять проверить. И все проверить. Да, 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 да. Так, наверное, агрегат я... Так, сейчас я этот... Сравниваю. Выключу. А почему номер? Нет, не знаю. А, это процесс. Так, прицеп давай посмотрим. Так, включить свет у прицепа, да? Вчера все делал, все работало. Массы нет, наверное. Так. Да нет, масса есть. Ламп, все делал лампочки. Тут горит подсвет. Китайский. Так, давай, теперь стоп нажми. Ага. Так, огнетушитель это убери сразу, а то раздавишь. Аптечку. Ну. Так, нажимай стоп. Да, тормоз, да? Да. Так, тормоз ставить. Сейчас я на прицепе держу. Ага. На прицепе проверю. Да, горят. Здесь масса плохая на левом повороте. Потому что не тускло горит лампочка. Там плохая масса просто. Здесь работает. Так, дворники работают? Сигнал. Да. Давай. Сигнал. Сигнал. Ну что? Сейчас нажму, если надо. Так, провода с прицепа убрать в кембрик. Что такое? Вот, у тебя видишь, кинут голову, просто болтается. Вот, а это говорит этот. Масса. Какая разница? Ну так. Так, противоугольный есть, все есть. Это цепное, да. Все равно он не был. У меня было такая его на два молоса, так, да. По дороге. Что, говорим? Виктор Николаевич, сегодня был техосмотр. А сколько, значит, тех единиц приезжало на осмотр? 70%. Да, а остальные 30%? Остальные, ну, я не знаю, кто на северах, кто на это... Не соизволил. Не, ну они нас увидят, они это самое. Что им быть, как им быть? Гнать технику туда, в Саргатское или что? Ну, да, я им назначу другую сроку. Все понятно. Короче, подходите к инспектору, разговаривайте, значит, и решайте вопрос. Прошел я техосмотр. Ну, можно сказать, что прошел. Осталось оплатить 1600, в общем. Там насчитал до хрена денег. Почти 2500. Три трактора, прицеп, оплатить, приехать к нему, значит, в кабинет с квитанциями, и он выпишет техосмотр. Ну, докапывался сильно, ну, сказал, чтобы я устранил все недостатки, все недочеты, конечно, это все сделаю, потому что сейчас сразу же после техосмотра, на следующий день, ну, 2-3 дня, вот когда вот он проведет другие техосмотры в соседних селах, он будет здесь ночевать. Такой человек, что он приедет сюда и будет стоять в центре и слушать, у кого какой трактор завелся, если увидит, что услышит, что кто-то завелся и поехал, обязательно прибежит на огород или в поле, он в деляну приезжает,
и спрашивает, значит, все документы. Так что этому человеку лучше не попадаться на глаза. Конечно, есть такие, которые плюнули на техосмотр, а ладно, пройдет и тому подобное. Ну, это люди богатые, а я-то человек бедный. Я лучше пройду техосмотр, заплачу эти копейки и буду работать все лето спокойно. Ладно, мне будет очень интересно посмотреть или послушать, как проходит техосмотр в других областях нашей необъятной родины России. Кому было интересно, ставьте плюсы. Кому не понравилось, ставьте минусы. Подписывайтесь на канал. Всем пока!